спасибо, дорогие. Мы в этом году закончили седьмой учебный год при школе Невергалим. Седьмой учебный год. Алла к нам уже привела третьего ребенка сюда. Ее кормить и племянников, и племянниц, и своих сыновей. И ее сын Кармель был открывателем в нашем центре первым учеником. Первый год обучения. Спасибо всем! La 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 la. La 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 la.
нас с вами был очень непростым, очень долгим. Но вы молодцы, вы терпеливые, вместе с нами все выдержали. И мы пришли с вами на финиш учебного года, конец учебного года. Я хочу сегодня вместе с учителями поздравить вас с окончанием учебного года, набраться много сил, здоровья, позитивчиков и вернуться в новом учебном году снова к нам. Но у нас летние каникулы будут очень короткие, буквально один месяц. Ну что, мои дорогие родители, закончили мы год, год непростой. Но я хотела бы вас всех поблагодарить за то, что вы были с нами, за то, что вы пришли в нашу школу, за то, что вы дали нам возможность пообщаться и поработать с вашими замечательными детьми. Мы вот полюбили их всем сердцем и желаем, чтобы детки наши были счастливы, здоровы, чтобы выпускники наши, легко им было в школе, чтобы они нашли себе друзей, чтобы они... во всем успевали и только радовали вас своими достижениями. Я хочу сказать вам, дорогие родители, спасибо за ваш труд, потому что это труд два раза в неделю приходить в школу, заниматься с детьми, уделять внимание. Я думаю, что все это войдет в копилочку ваших детей. И это было непросто, но вы сделали это. Спасибо вам, желаю вам мудрости, терпения и много-много сил, и чтобы ваши дети вас радовали. Спасибо вам. Ну а сейчас самое приятное, это награждение, правда, Стас? Становись красиво. Мы будем получать подарки сейчас. Родители, вы, пожалуйста, стойте на расстоянии, и каждый своего ребенка будете фотографировать. Они у меня все подписаны. Гарик Давид, ученик центра Орион. Диплом награждается ученик центра Орион Гарик Давид. Педагогическим коллективом центра присвоено звание отличник. Где наш Давид? Где Давид? Давид, выходи быстрее, поворачивайся к маме. И ладошки хлопаем. Вот тебе медаль. Кита Алиф уже идет. Молодец. Он идет у нас в первый класс. Держи вот такой диплом и вот такой подарок. Только пока не уходи. У тебя есть сестричка младшая? Давай пригласим ее. Давай. Как сестричку зовут? Дарья. Диплом награждается ученица центра Орион Горелик Далюша. Ей присвоено звание отличница. Становись возле братика. Далее. Далюша, держи медальку, что ты отличница. Смотри, как тебе все в розовом цвете красиво. И вот твой подарок, держи. Давайте попробуем. Родителям молодцы, двоих. Наор, где наш Наор? Наорчик. Наорчик, выходи, пожалуйста. Держи медаль. Вот ты заслужил какую медаль. Покажи ручкой медаль свою. И держи вот так свои подарки, которые ты заслужил. Держи. Мама, фото. Попробуйте. Попробуйте. Аллилуйя. Аллилуйя, это одно. Ну! Так, кто следующий получается? У нас есть девочка, которая идет в первый класс. Она целый год очень старательно училась. Наша первоклассница, сын Эмили, ей присвоено звание отличница. Улыбнись на камеру, чтобы тебя сфотографировали. На, держи дипломчик свой. Держи вот так. Повернись бабушке. Повернись бабушке, чтобы она сфотографировала тебя. У нас сегодня
двойной праздник у одного ученика нашего центра Орион. А зовут его Павлов. У него сегодня день рождения и выпуск нашей школы. Давайте скажем громко. Поздравляем! 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 Артемка, выходи бегом медаль получать с мамой. С мамой выходи. Сестра, наверное, получит. Ну тогда у нас ЧРМ. Тогда у нас сейчас придет Викуля Павлов. Сестричка Артемки. Викуля, выходи получать подарок. Викулечка, улыбнись, вот твоя грамота, держи, ты хорошо училась, молодец. Мы тебя поздравляем, улыбнись маме, мама фотографирует. Артемке подарок соберешь или потом приведешь? Детей в портфельчиках подарки от Артема. Не забудьте до следующего года оставьте. Держи медаль вот такую под твою красивую тенниску. Вот, покажи всем медальку свою. Вот такой диплом отличника центра Орион. Да, держи, Аминушка. И держи заслуженный подарок. Держи. Похлопайте, Аминушка. Покажи медальку ручками. Вот медалька, покажи. Вот твой диплом, вот такой красивый, держи. И вот твой заслуженный подарок, держи. Похлопайте в ладошки Йонатану, похлопайте, ребята. Идем, Леночка. Рибкина Рейка, твой название отличник, где наш первоклассник? Попробуйте в ладошку, ребята. Такаю призвой название отличный. Центр Орион, держи. Вот такой подарок, держи, молодец. А у Стасика есть маленькая сестричка Софийка, которая все учебные дни терпеливо его поддерживала. Не держи, солнышко, тебе, ты тоже заслужила подарок. Очень хотела очень. Похлопайте, пожалуйста. Принцесса Даниэлочка. Даниэла, как ты справилась с мальчишками со всеми? Да последнего вытащила. Молодец, похлопайте ей в ладошки, она умница. Всех она, мальчишек наших активных. Даниэлочке присвоено, подвигни к маме, присвоено звание отличница, и она на следующий год тоже к нам возвращается в школу. Поздравляем. Поздравляем. Держи медаль, покажи всем медаль. Артем, присвоено звание отличник центра Орион. Ручка не дышает. А тому присвоено звание отличника. К нам пришел мальчишка Ганкова показать в школе. Он пришел, он не понял, куда он пришел. Он сидел под стол, прятался, все время спрашивал, когда мы играть будем. А потом стал такой серьезный ученик,
когда у него какая-то буква или цифра не получалась, он по 5 раз ее стирал для того, чтобы написать правильно. И знаете, о ком я говорю? Это Эмиль наш, выходи. Мы тебя поздравляем. Эмиль уходит у нас в 1 класс, и ему присвоено звание отличник. Молодец. И маме тоже звание отличник. И маме звание с папой отличники, молодцы. Нашего центра Елизавета, она к нам пришла вместе с Артемкой, 3-летними детками. 3 года они к нам ходили, вот такая взрослая девочка выросла, отличница. Держи, Елизавета, ты помнишь, какая ты маленькая к нам пришла? Это мы помним. Помнишь? Елизавете присвоено звание отличница центра Орион. Держи подарок. Так и знал, ты самый последний. Наша ученица центра Орион, Галуза есть. Ей присвоено звание отличница центра Орион. Она сама победила. Вот такой диплом с подарком получает Лель. Держи подарок. Звезда. Даричка наша, Даюша, выходи, наша ученица. Какая она занимательная. Учится. Держи медальку. Улыбнись маме. Где мама? Мама хочет сфотографировать. Держи. Таечке присвоено звание отличница центра Орион. Держи. Все получили подарки. Все получили подарки, ребята. Все, никого не оставили без подарка. Кроме нас. Торжественная часть закончена. Продолжается. За терпение. Спасибо, спасибо, Аллочка, спасибо. Спасибо, дорогие. Мы в этом году закончили 7-й учебный год при школе Неветхалим. 7-й учебный год. Алла к нам уже привела 3-го ребенка сюда. Ее кормили. И племянников, и племянниц, и своих сыновей. И ее сын Кармель был открывателем в нашем центре, первым учеником, первый год обучения. Спасибо всем! Thank you.
La 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 la